Здравствуйте. Сегодня все очень заняты подготовкой к завтрашней выставке «Синдикат», приуроченной к Дню знаний. И ни у кого, кроме меня, совершенно нет времени снимать какие-то дурацкие видео. Итак, с прискорбием сообщаю, что наша команда не успела доделать МГД-генератор. Так что завтра на выставке его не будет, а вместо него будут некоторые другие экспонаты, которые я делаю прямо сейчас, буквально из того, что завалялось в доме. Итак, представляю вашему вниманию древнейшую сенсорную технологию. Нажимаем на пластик. Здесь вы видите довольно неуклюжее устройство, вырезанное из бутылки. Я не могу сказать вам, для чего оно предназначено, но вы можете попытаться угадать это в комментариях, или же прийти на выставку и увидеть все своими глазами.